что, Александр, всех приветствую, мы продолжаем с вами проходить метро Last Light, и игрушка очень-очень интересная. Если не смотрел прошлый сервис, ссылочка в описании находится на полице, по-моему, включение данной игры, и вверху справа там подсказочка, да, такой белый кружочек с и, английский дискотный знак есть. Там подсказочки на прошлом сервере и на полице, по-моему, с помощью на игре. С телефона чуть ниже описание спускаешь, что там тоже самое, при этом все прикреплено. Вот. Прошлый сервер была очень интересный. Да. Интересно, что же будет дальше. Мы с вами спасли Анну. Анну спасли в итоге там. Но... То, что было в конце... Это очень будоражит, поэтому Саш будет удобнее, поудобнее надевать пледик, обязательно при этом пить куш, принципить кофе или пить воду, при этом просмотром, собственно, продолжаем проходить данную игру. Я говорю, в конце просто серии то, что было, это очень забудоражило. Мы продолжаем. Детали головоломки сходятся, выстраиваясь в картину, кошмарную и невероятную. Я рассказываю об этом другим, но сам не могу в это поверить. Красное заразили Октябрьскую, мирную станцию, жители которой ни о чем не подозревали, неизвестным, страшным вирусом. А потом их ликвидаторы вошли туда под предлогом спасения станции от эпидемии и методично уничтожили всех, до кого сумели добраться. Женщин, детей, стариков. Якобы для того, чтобы избежать распространения инфекции. Если все это правда, то и я, и Аня могли заразиться. Нас спасли, но мы не знаем, выживем мы или нет. Вот отсюда мы прошли, ну, чуть дальше мы досмотрели прошлую серию, но давайте посмотрим еще раз, почему бы нет. Что скоро все кончится. Эта война, нам ее не пережить. Никому. Это так жутко. Вдруг чувствуешь, что ты одна во всем мире. Вокруг нет ничего, пустота, холод, кладбище. И твоя жизнь просто... Искра от костра вылетела и через секунду погасла. И ничего не останется. Хочется почувствовать себя живой. Это мы с вами в прошлой серии в конце смотрели. Давайте еще посмотрим, почему нет. Конечно, прикоснемся. Ну, видишь, у них, видимо, какие-то будут отношения, да? Дальше по игре. Мне так кажется, по крайней мере. Ради бога, отпустите. Ну что ж, никаких симптомов не проявилось. Поздравляю вас, молодые люди. Вы, Артём, можете идти, а вот с вашим, Аня, ранением мы еще не закончили. Так что задержитесь на пару дней. Слава богу. Да. Так, остается мы собственно, здесь. Ты скажешь что-нибудь? Ну что же вы? Идите, идите. Иди, Артём. Как только меня починят, я сразу тебя найду. Даже соскучиться не успеешь. Иди сюда. Хорошо. Так, мы с тобой здесь остановились все-таки в прошлой серии, да? Да, посмотрим, что у нас здесь есть. Вроде из восьмого. Жесть. Точно из восьмого. Семецкий, Юрка. Эй, кто-нибудь! Эй! Что теперь делать? Типа медпункта. Палаты здоровым нельзя. Идите через лабораторию. Течение, болезни и прогноз. Значит, про перчатки и маску я вам больше не напоминаю. Да-да, это я знаю. Очень типа хорошо. Медпункт, хорошо. Дальше измерение температуры каждый час. Проба крови каждые 3 часа. При выходе любых показателей за среднее значение, если меня нет рядом, немедленно вызывайте. Вы смогли выделить возбудитель? Что? Выдыхается? И да, и нет. Сюда нельзя. Зона особой опасности. Культивировать его нет смысла. Он уже практически утратил вирулентность. Без исходного образца. Доктор, вы же знаете, я не медик. Поясните. Прошу прощения, полковник. Факты таковы.
первые два дня смертность составила 95%. На третий 25%. Сегодня новых зараженных лишь двое. И у них болезнь протекает в легкой форме. Прогноз благоприятный. Как вы понимаете, в Москве этот вирус в естественных условиях не встречается, а в исконной среде обитания он способен убивать гораздо дольше. Так что это все значит? Это не простой вирус, а боевой. Измененный таким образом, чтобы в короткое время после заражения местности вызывать максимальную смертность населения, а затем становиться безвредным. Проклятие! Откуда же он взялся? Он нормально, что с ними? Я слышал о разработках нового поколения бактериологического оружия. Именно на основе этого... О, компьютер! Нихуя, компьютер! А вот откуда ему взяться сейчас? Через столько лет? Да, дела. Стой, дай. Оружие. На всякий случай дам указание опросить сталкеров. Вдруг кто-то из них что-то притащил. Из прошлого. Мужики, все понятно? Дай в КС-очку. Дай, сыграю. Так. Запускай. Садись, запускай. Ясно. Опа. Карантин, заметка 1. Возможно, по плану красные должны были войти на уже мертвую станцию, население которой было бы выкашено вирусом. Но вирус действовал слишком медленно, и им стало не втерпёж. Выжившие свидетели говорят, что когда на станции началась зачистка, части местных удалось бежать на соседнюю кольцевую, Октябрьскую. Но за ними следовали ликвидаторы. Если бы на кольцевой не оказался отряд Ордена, отбившие атаку в руках красных сейчас были бы две новых станции. А Ганза, казалось бы, разрублена пополам. К счастью, это удалось избежать. Да. Хорошо. Внимание, ну, беженцев. Ну ладно, пройду. Погнали. Пропустите меня! Пропустите! Разойдитесь, или вы будете оружие! Стой, командир! Осуждаем, блядь, что это было сейчас? И что это? Куда мне, блядь, завели? Что мне здесь делать-то, алло? Проходите, здесь нельзя. Бля, мужик, ты в курсе, что ну, страшно, как бы вот так вот? Просто два зеленых. Бля, это очень крипово. Прикинь, вот так смотри. Прикинь, вот так идешь, такой, вот так идешь, смотри, вот тут темно, видишь, идешь, поворачиваешься, хуяк. Просто два зеленых глаза на тебя смотрят. Это вообще жесть. Крипота. Ну, погнали. Что это, блядь? Грибы? Осуждаем. Артём, я здесь! Рад, очень рад, Артём, что вы с Анной не заразились. Нам опять сказочно повезло. Впрочем, возможно, это судьба. Наверное, этот тёмный и впрямь последний. Мы обязаны спасти хоть его. Идём! Пойдём. Обязательно нужно вернуться, обязательно! Там инсулин, она же не выживет без него! Купите ещё, нельзя туда! Как же мы купим? Беженцам повезло, что здесь оказались рейнджеры Томилина. Люди Корбута явно не ожидали пулеметного огня. Ну чё, мы пойдем или нет, алё? Ну я не могу пройти, ты в курсе? Ганза предоставила вам убежище. Нельзя! Хорошее убежище. Я сказал, назад. Чтобы мы подохли здесь, да? Ну так что? Мы тогда мы не пойдем дальше. Да, он залагал, что ли, опять? Опять залагало все, да? Да, погодите, пока подкрепления наши не подойдут. И что мне делать? Ладно, они, конечно, не полезут, пока мы здесь, но кое-что... Ну дай ты пройти-то мне! Что, эпидемия? Не столько... Боже, короче, он залагал, да? Вещи где? Чего они такую активность развели? Увеличили количество патрулей? Давай сейчас я попробую еще сюда подойти и продолжим. Просто не могу. Третий раз, ребят, баг. Просто забуговался. Ну ладно. Ясно вещь.
Защитить станцию ганзейцы сами не смогли. Но госпиталь для беженцев организовали. Возможно, это хоть как-то облегчит их участь. Соболезно. А туда что нельзя? Документы! Сержант, хоть вы скажите, что там творится. Нас-то не пускают. Какие документы? Вот наш человек. Вот этого пропустить. На него есть разрешение. Да. Ну ладно, бывает. Он забаговался опять. Нормально. Артём, путь нам предстоит не близкий. Так что пополни боеприпасы и запас фильтров. Кто знает, когда еще удастся. В общем, мужики, повезло нам, что тут рейнджеры оказались. А чё они вообще в бой пошли? Им что до нас, что до беженцев этих, дела никакого. Подходи, рейнджер, подходи. Есть отличные образцы. Отборные шарики, и недорого. Выгодная покупка. Подходи. Такого и у вас. В Спарте нет. Покупай. Окупятся еще как. Покупай. Да не стесняйся, подходи. Как для тебя, я еще и скидку сделаю. Мишка. Это случаем не тот, кто... Покупай смело, дешевле не найдешь. Это случаем не того, не тот Мишка, которому это... А, Даля, да. Пацану. Похож очень, похож. Такой себе будет, честно. Так, ну это нам не нужно. Покупай, окупятся еще как. Это, ребята, я продаю лишь для того, потому что мы пользуемся с вами только двумя отличиями. Покупай, лучше цены тебе никто не даст. Я бы продал, да ты не унесешь больше. Не влезет столько. Ну, в принципе, все. Эй, рейнджер, нужны патроны? Даже на словах не. Обрати внимание, Артём, какие средства Ганза бросила на организацию карантина. А ведь деньги они считать умеют. Видно, хотят добыть лишний козырь для переговоров. Видимо. Фабиос. Удачи в тоннелях, рейнджер! Да. В другое время, в другом месте, случившееся могло бы изменить наши жизни. Но для нас существует лишь одно время, настоящее. И лишь одно место, метро. И наш долг — спасти его любой ценой. Нам надо спешить. Мне догонять Черного. Ане сообщить отцу о том, что творят Корбут с Москвиным. Все остальное — непозволительная сейчас роскошь. Ну поехали, чем? У нас на выход! Открывай! В полисе начинается мирная конференция. Соберутся лидеры Ганзы, Красной Линии, Рейха. Но я слишком хорошо знаю человека, Артём. Все бесполезно. Войны не избежать. Если не случится чудо. Проходите. Так, двигаясь по тоннелю, поезд с Черным мы уже не догоним. Но есть один вариант. Порядок. В полис идете? Нет, открой межлинейный тоннель. Межлинейник? Но там же тупик. Не опасно там? Ладно, я тупик. промолчу. Нет, это путь. Путь к судьбе, к будущему. Открывай. Идем, Артём. Идем. Аккуратнее там с генераторами. Доктор еще один. Никакой это не тупик, Артём. Просто случайный человек моментально заблудится в этих тоннелях, а еще больше в самом себе. И сгинет без следа, как это случалось не раз. Но мы здесь не случайно. Нас ведет судьба. Песок. Все думают, что метро — это просто туннели, станции. Дело наших рук. Безжизненная и бездушная конструкция. Но есть в метро особое место. Там мало кто бывал, и почти никто не вернулся. Его называют «рекой судьбы». Потому что оно может переломить судьбу, смыть тину прошлого
и открыть новое будущее. Давай посмотрим, как он проходит это все дело. Ай, ладно. Если в реку судьбы вступит человек, всей душой желающий получить этот шанс, река вынесет его в место и время, где можно изменить все. Помни, главное найти черного. Это единственное, что надо просить у реки. Хорошо. Метро — живое существо, дышащее, обладающее душой и мыслящее. Бля, ну нет. Ну нет! Ой, понятно. Сейчас это, блядь, эти твари бегают. Тут надо быть настороже. Ой, бля, сюда. Эти самые, да, которые... Ну, которые, да, которые мне не нравятся. Монстры. Ой, извини. Глухое место. Ладно, нельзя было. Хорошо. В другое время. У нас на выход. Приказ любой. В полисе начинается мирная конференция. Соберутся лидеры Ганзы, Красной линии, Рейха. Но я слишком хорошо знаю человека. Давай сейчас туда дойду быстренько и продолжим. Артем, все бесполезно. Войны не избежать. Если не случится чудо. Проходите. Так, двигаясь по тоннелю, поезд с черным мы уже не догоним. Но есть один вариант. Порядок. В полис идете? Нет, открой межлинейный тоннель. Межлинейник? Но там же тупик. И опасно там. Тупик? Нет, это путь. Путь к судьбе, к будущему. Открывай. Идем, Артем. Чё ты смотришь-то, ёпта на меня? Что ты смотришь? Никакой это не тупик. Просто случайный человек. Моментально заблудится в этих тоннелях. А еще больше в самом себе. И сгинет без следа, как это случалось не раз. Но мы здесь не случайно. Нас ведет судьба. Все думают, что метро — это просто туннели, станции. Дело наших рук. Безжизненная и бездушная конструкция. Но есть в метро особое место. Там мало кто бывал, и почти никто не вернулся. Его называют рекой судьбы, потому что оно может переломить судьбу, смыть тину прошлого и открыть новое будущее. Если в реку судьбы вступит человек, всей душой желающий получить этот шанс, река вынесет его в место и время, где можно изменить все. Помни, главное найти черного. Репортнулся, это да? Единственное, что надо просить у реки. Ребят, мы с вами дошли уже до того момента. Метро — живое почти существо, дышащее, обладающее душой и мыслящее. Все, мы дошли с вами до того момента. Он телепортнулся. Ай-яй-яй-яй. Ну ладно. Тут надо быть настороже.
Ну да. Мари, сейчас будет, Мари сейчас заглянет сюда, будет говорить. А, ничего не скажет? Ну ладно. Ну ладно. Ой, блядь, ты что? Нормально. Последняя хпшка была, если что. Что, пошли? Чего-то уже видел? Тоже видел, они забаговались, типа. Ну не, хорошо прям. Найс. Ладно, баги есть 100%. Но я не сказал бы, чтоб мешают. И пустота. Пойдем дальше. Не то, чтоб мешают игровому процессу, но... А что здесь? Так, ну пошли, идем. Хорошо. Там за паутиной что-то есть. Правда? То куда я обратно сейчас схожу? Занимательно. Знак. Решетка прогнила, да и приварена наспех. Нам туда. Артем, помоги. Подожди, мужик. Сейчас типа много не больше. Смотри, с лута больше шор нету. Артём, жги паутину дальше. Да уже. Смотри, вода. Мы почти пришли. Где-то недалеко. Вокруг смыкается тьма. Главное не потеряться в ней. Теперь не спеши и ничему не удивляйся. А, это из-за тьмы, типа, из-за тьмы не могу использовать ничего. Странное это место. Ну, очень. Ничего не могу использовать. Думаю, это тебя. Что? Чего ты взял? Может, тебя все-таки? Давай. Алло, можно Артём? Пиццу? Сынок, это ты? Артём! Ты странный чел. Чего ты взял? Во-первых, откуда ты знал, что это меня? Во-вторых, чего ты взял, что это меня? Тут нельзя долго оставаться. Он странный какой-то, странный. Говорит, тебя. Чего ты взял, что это меня? Может, все-таки тебя? Тебе звонили. Надо войти в воду. Ебать, я что, в страшилку играю?
входя в воду, думай о том, что ты должен изменить в своей судьбе. Думай о черном. Дальше! Иди дальше! Думай о черном, и река вынесет тебя к нему. Очень странное место. Кого, блядь? Узнаешь? Это башня. А там внизу городище черных. Тот миг, когда ты послал на них ракеты. Смотри, это ты сам. Река может очистить тебя от груза ошибок. Переломи свою судьбу. Ты сможешь. Верши свою судьбу своими руками. Это их город, их дом, все, что от него осталось. А ты откуда знаешь вообще? Что это за тип вообще? Странный очень, очень странный. Откуда он все это знает? Гляди, это он. Черный. За ним. Стоять! Быстрее! Стой. Только бы его не потерять. Тупик. Это здесь ты его почти догнал? Попробуй еще раз, Артем. Черный! Он все еще в цирке уродов. На поезде. Смотри! За ним, скорее! Впереди! Скорее, вперед! Почти нагнали. За ним! Черт. Нет! За ним! Я ничего не могу, ребята, здесь что сделать. А откуда у нас он все это знает? Мне интересно, вот это, откуда он все это знает? Дьявол, я и забыл, что эта река не только мистическая сущность. Опять горит. Кажется, мы снова в обычном мире. Когда мы выходили из реки, черный был совсем рядом. Думаю, он и сейчас где-то недалеко. На линии обнаружен диверсионный отряд красных. Ожидается атака на ваш пост. Повторяю, возможно, атака на ваш пост. Главная цель – эвакуационный поезд. Боевая тревога. Опоздали. Ответьте, боевая тревога. Повторяю, боевая тревога. На линии обнаружен диверсион.
диверсионный отряд красных. Ожидается атака на ваш пост. Повторяю, возможно атака на ваш пост. Главная цель — эвакуация. Но поезд явно где-то здесь. Тревога. Прыгай в дрезину. И поможет нам лишь чудо, Артём. Помни, что я рассказал тебе про Черного. Наша судьба — спасти его. И может, он спасет всех нас. Откуда ты знаешь, скажи, откуда ты знаешь, что это все делал? Мне вот это интересно. Откуда он все это знает? Откуда он знает? Я не верил ему. В такое нельзя поверить. Но хам не обманул меня. Эта странная река вернула меня в прошлое. В миг, когда я послал сигнал и уничтожил всех черных. А потом вышвырнула меня в место, где я могу найти единственного живого из них. Беспомощного и безобидного детеныша. Хан назвал его последним ангелом. Поезд должен быть где-то рядом. Я это чувствую. Ты слышишь? Может, это может. Он! И не ошиблись! Скорее, догоняем! Красные! Дай. Держись, Артём! Ебал, тут эпично. Знаешь, что может... Может, он это, блядь... Может, он... был черным? Ну, в том плане, этой сущностью, да? Может, он был этой сущностью и переродился, типа, вот человек обычный нам подсказывает? Ну, больше объяснений у меня нет никаких. Ду-ду-ду, напряженная тема. Ебать, чё тут так? Хорошо. Ладно. Сыграем чуть по-другому. Бля, долбоёб.
Он потом больше не прикинь. Ой, ты, блядь. Боже. Да ёпта. Бить всех разом на уровень кровожадный. Что, у нас телепорнёт, типа? Кого, блядь? Типа мы видим маленького Артёма? Маленького Артёма видим? Мой, какой ты большой стал. Мама, мне страшно. Не бойся. Ничего не бойся, мой милый. Мама, не уходи. Да, показывают маленького Артёма. Я совсем один. Ты не один. Ты первый. Мы помнили тебя и ждали. Мы могли помнить мысли всех наших. А ты всех убил. Теперь я один. Конечно, я не смог убить его. И пока я сам жив, пока бьется мое сердце, я буду его защищать. Хан говорит, мы как-то сможем использовать его, чтобы остановить войну. Да, он способен творить чудеса, но я не хочу его использовать. Его война кончилась, когда я навел ракеты на его дом, на его семью. Да, такое. Глава называется «Ребенок». Ну, посмотрим. Такое, блядь, сужаем. А, нам наложено его нести. Ой, стой, 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 тихо, 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 идем, 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 идем. Понял, все вот так будем стоять, смотри. О, видишь, если стоим. Тихо, 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 тихо. Воздух. Вверх. Черный. Вверх. Тихо, 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 тут тихо. Хорошо. Вокруг сияние. Внизу. Трудно дышать. Плохо жить. Тихо, 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 тихо. Ты меня отпускаешь? Ты меняешься. Я буду идти там, где сияние, но рядом с тобой.
Так, а что у нас по заданию с тобой? Бля, не то. Давай за полис сообщить о планах красных. Поехали. Чего, блядь? Все хорошо. Ноль. Аптека, если что, ноль. Я помогу видеть. Ебать, ты прикинь. И смотри, сколько их есть. Ебать. Ебать, иди на. Ну все, ВБ, блядь. Стой! Не понимают, как ты видишь. Боятся. Устал. Жесть. Можно нам хпшечку хоть одну, пожалуйста? Другие люди сильные. Вы можете убить всех. Я пойду с тобой. Ты знаешь, нужное мне. Пока не могу понять. Что-то важное. Мне тоже интересно, что именно. Ебать. Бежим! Здесь много голодных. Считают тебя пищей. Да. Вы все носите вещи. Я тоже хочу, как ты. Епа, это кто? 103. На, ёпта, давай. Ну давайте, ну давай, блядь. Что, блядь? Что-то они здесь охраняли, что же? А, вот что они охраняют здесь. Заметка 1. Переправа. Я вспомнил. Вспомнил, почему оказался неуязвим для черных. Да, я избранный, но я таким не родился. Меня избрали. В тот день, когда мы открыли гермоворота, мне суждено было погибнуть. Меня должны были разорвать твари. Но меня спас черный. Я оказался первым человеком, которого они встретили. Так получилось, и прежде чем я успел испугаться, он притронулся ко мне. Потому что именно так они создают связь. Со взрослыми им трудно, но с детьми. Дети еще не ожесточенные. Их душа еще не покрылась коркой, к ней проще притронуться. Я стал первым. Вот так вот, вот так вот. Ладно, узло дальше еще. Да, ну это трэш. Честно, это прям трэш-трэш. Так, а у меня тут нет никаких патронов. О! Вот что-то. Ну нам сюда, правильно понимаю? Чего? Давай сменим. 18 минут, аж 20 минут целых есть. Фильтров.
Опа. В целом игру играл. Ой, блять, а что? Кого, блять? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Давай, давай. На, ёпта. Давай. Давай, давай. Охуй, нахожусь, честно. Я в шоке. Просто не заспавнить сзади меня, нормально. Здесь нет никакого лута? Вроде нету. Поехали дальше. На, блядь. Похавай. Ой-ой-ой, сколько здесь всего. Револьвер даже есть. Меня мне дробовик устраивает. Мне сейчас явно кто-то выскочит, смотри. Демоны. Иди отсюда. Ну, кстати, на самом деле демоны даже, ну, не столь опасны, как вот... Вот эти, которые склизки такие, блин, и вот так... Смотри, я как ты. С вещами. А. Короче, вот эти склизки, которые подходят, тебе просто дубасят руками быстро-быстро, прям вот они прям еще такие, мне не очень нравятся. А демоны вот эти, они не столь... Не столь даже опасны, они, наоборот, даже иногда помогают. Это прям... Ну, сейчас... Сейчас он решил напасть на меня, да? На, блядь. На, ёпта. Где он? Он сверху где-то. Блядь. Не понял прикола. Всё хорошо у тебя, алё, блядь. Да чё ты, блядь? Ну, на, ёпта. Похуй, да? Блядь, да ну нахер, серьёзно? Ну, блядь, быстрее! А как нам туда пройти теперь с тобой? Ой, бля, пока, короче, ребят, пока. Побежали просто, так надо просто бежать. Я понимаю, просто надо бежать. Но куда? Куда был фонарик там? Туда бежать нужно, где фонарик был? Помог нам, видишь? Ну, может, то, что типа, это его добыча, он считает. Поехали, давай.
тебе похуй. Здесь типа лестница должна быть. А вон. А куда нам? Ты можешь взять его этот? А почему я не могу взять его этот? Чего-нибудь сменить? Не могу, прикинь, сменить просто. Смени ты, блядь, его этот. Все, залагала игра. Нихуя тут пролаги появились. Алло. Короче, не хочет нам брать его этот. Как он называется? Ваши дома? Какие высокие. Вы сделали город? Какой огромный. А почему теперь ваши внизу? Почему так мало? Ну так вот. Так вот. Не хотел брать вот эту маску. Какие бы планы относительно него я не строил, маленький черный повсюду следует за мной. Будто я никогда не хотел его смерти. Будто нас связала судьба. Мост называется следующая у нас глава. Пора идти. Ты не видишь их, да? Вы не умеете видеть? Ну, умеем, красные, но не так, как ты. Злые. Хеба. Винтовку, думаешь, взять нам? Сколько мы патронов на нее? Ну, блин. Не, я бы оставил. Погнали вот так вот. Как есть, как говорится. Так, ну что могу сказать? Давай мы тут как раз с тобой и закончим быстренько, да? Сюда вверх поднимемся. Давай мы здесь с тобой, собственно, и закончим. Спасибо за просмотр, такая серия была, в принципе, все. Ну, в следующих сериях. Давайте.